Итак, подходим к самому заключительному, это к награждению. Шоров. Третье место в открытом турнире города Иваново, закрытию пляжного сезона и посвященному Дню физкультурника, награждается Верхотуров Павел, Голубев Александр. Поздравляю, Александр. Дипломы вообще-то. Спасибо. Диплом, поздравляю. Подожди. И вам. Нифига, мешок денег. Что-то мне классно. Памятный приз. Душенка. Душенка. Встаните. К дождю? Второе место в открытом турнире по пляжному волейболу. Не укладывай никуда. Занял у нас Жучков Юрий, Ткаченко Александр. Я буду вино пить. Юрий Горд. Юрий, подожди. Город Сергиев Посад. Спасибо. Подождите. И о нашем турнире памятный приз. Спасибо огромное. Это хорошо. И как обычно, традиционно. Он говорит и смеется над тобой. И победителями сегодняшнего турнира у нас стали Топчи Евгений, Ильянов Леонид. Ильяной. Ильянов. Владимир Ильянов. Владимир. Леонид. На этом наш турнир подошел к концу. Сезон закрыт. Вам огромное спасибо за участие. И приезжайте к нам еще. Будем дальше совершенствовать наши площадки. Что-то будем придумывать. Вам спасибо за участие. Все, на этом наш турнир подошел к концу. Очки кто оставил? Спасибо. Там все пересели. Все, Лимон, теперь давай спокойно собирай. Сейчас я дожди. Моя Россия? А дай Анжелил, не покажи приз такой. Зрители потом посмотрят, что хоть вам подарили-то. Это Анжелил? Царица, вот царица полей. Жене подожди. Царица. Как раз сейчас в баню пойду. Красиво, хорошо. А я не пойду. Ты наказан. Парни, кто играл? Ну как ты?